Одни из самых ходовых продуктов в зимние праздники – фрукты. Польза, витамины, красивая нарезка на столах – это тот случай, когда приятное совмещено с полезным. Сегодня прилавки на рынке уже переполнены. Так, за 1 килограмм ананаса придется отдать минимум 250 рублей. Мандарины в цене разнятся. Более дешевые – 190, а самые дорогие – 295 рублей за кило. С бананами все проще. Средняя цена – 105 рублей за килограмм. Ну, чаще всего беру, конечно, лимоны, там яблоки, не знаю, бананы. Вот. Сам я с Магадана приехал недавно. Ну, ценник, конечно, пониже, чем в Магадане, но качество еще не пробовал, недавно приехал только. Никакой праздничный стол не обойдется без овощного букета. За килограмм огурцов придется отдать от 120 до 250 рублей. У помидор цена средняя – 250 рублей за кило. Картофель в цене критично не отличается. Разница в 20 рублей. Так, самый дешевый – 30, а самый дорогой – 50 рублей за килограмм. Продавцы говорят, посетителей стало меньше, примерно на 20% из 100. А спрос изменился из-за зимнего сезона. Сейчас в холодное время года, ну, на картошечку больше, так, наверное, такие зимний продукт, не летний. Ну и хочется все равно, видимо, продлить лето, свежие овощи, это огурцы, помидоры, ну и зелень. Сегодня некоторые торговые точки добавили новый формат работы – доставка на дом. Эта мера предосторожности поможет людям безопасно покупать продукты. Берегите себя. Дарья Пастушенко, Артур Ращупкин, АСТВ.